кто такой Скибиди-коробка и как он на самом деле выглядит. Сейчас мы разберем эпизод Скибиди-Тойс Мультиверс 18. Итак, погнали! Итак, к нам подъезжает вот такой интересный Скибиди-туалет на колесиках. С фейерверками на бочке. И начинается самое интересное то, что это, ну как бы, этот туалетик раскрывается, и прям к оператору выскакивает жуткая морда с длинным языком, который его шею заменяет пружина. Вы только взгляните в его глаза. Один камерамен этому Скибиди-туалету похлопал в ладоши. Наверняка он это сделал в шутку, потому что он же не хочет, чтобы его убили. Затем этот Скибиди-туалет начинает громко смеяться и достает огромные пилищи, которые принадлежат комбайну. И он начинает все-все на пути разрубать. Смотрим. Если честно, меня этот Скибиди-туалет заинтересовал, потому что он издает вот эти звуки, когда все разрубает.